вот, ребят, три пробки и монетка. Но я предполагаю, что это поздний, наверное, советик. Да. Это поздний советик. Ну все же, это советик. 3 копейки 1971 года. Вот в этом форматике, чтобы вам сразу монетки было видно, скажите, лучше так снимать или на камеру, на другую, и вставлять фотографии. Ладно, идем дальше. Ребят, у меня еще одна находка. Это не монетка. Такая вот пуговица. Нинку отдавал. Подскажите, кто знает. Может быть, это и старенькая. Но я думаю, что это ранее СССР. Если не ошибаюсь. Кладем находочка. Идем дальше. Ребята, монетка. Вот она. Вот она, вот она. Опять поздняк, Серег. 15 копеек. Ну и по звуку слышал. 61 года. 61 года. Вот такая вот. Монетка. Но все же это монетка. Идем дальше. Ребят, еще монетка. Предполагаю, опять поздний. Не. Ох ты. Сереж. 20 копеек 48 года. Вот это уже есть. Это уже. Вот за ними мы сюда и пришли. Так скажем. Сохранчик такой хороший. Вот такая вот монетка. Прекрасно. Идем дальше. Вы только посмотрите, как вывалился. Это пятачок. Вот она. Вот она. Алюминиевая бронза, моя любимая. Пятак. Ай, красотища. 40-й год. Ну, может быть, здесь и есть и 37-й какой-нибудь, 36-й. Вот он. Вот он, пятачок. О, лайкос. Идем дальше, только все начинается. Так, ребята, у меня еще одна монетка. Вон она. Ну, это поздний, скорее всего, наверное. Не, рабочник, Сереж, опять 20 копеек. Нет, потом покажу, сколько я пробок накопал. Серега их выкидывает. 1953 год. Ну, как вам результатик? Вот так вот. Идем дальше. Вот у нас и Серега нашел. А где Сереж? А, так это, ты чего? А, это самая редкая монета. Итак, 61-го года. Так, а 61-го? Да. 61-го года. Ну, это пятак. Черт возьми. Поздравим Серегу. Это уже алюминиевая бронза. Да. 61-й год. Нормальненько. У него сегодня первая монетка. Третий выход, да, у тебя получается? Ну, нормально. Идем дальше. Поиски продолжаются. И вон у нас еще одна монетка. Ну, это что-то. Это что-то. Да, это позднятина. Она на росте.
Это трояк 61-го года. Но он, видите, прослеживается 61. Ладно, идем дальше. Пару взмахов. Вот трояк поднял. Вот. Следующий сигнал. Это тоже позднятина. Тоже 61-го года. Ну, я вам скажу. Даже затертая. Даже такие монетки очень приятно подымать. Так вот, 15 копеек. Ну чё, крутяк, идем дальше. Провел опять катушку по этому месту. Сигнал. Это копеечка. Это копеечка. И также 61-го года. Да что на 61-й-то так? Шестьдесят один. Вот так вот. Ладно, ищем. Вот все так же, не ухожу с этого места. Сигнал. Но это уже алюминиевая бронза. Это уже алюминиевая бронза, ребята. Это копендосик. 53-го года. И вместе лежали. Представляете? Назвать это рассыпухой. Но года не те. Ну фиг его знает. Вот так вот. Крутяк. Я не уйду с этого места, походу. Вот копейка, вот тут. И вот тут рядом копанул. И опять. И опять. Но это позднятина. Но все же 62-й. 15 копеек. Круто. Круто. О, вот так вот мы гуляем в таком лесу. Все, все с этого же места. Ребят. Вот копейка 63-го года. Вот так вот. У меня еще здесь сигнал, если я не ошибаюсь. Но я уже его снимать не буду. Сейчас выкопаю, покажу. Вот такая вот красота. И у меня монитосик. Вот. Поздний, что ли? Ага. Пятачок поздний. Семьдесят восьмого года. Ну ничего. И такой сойдет. Вот так вот. Вот такой вот красавец. Крутяк. Погнали. Ну 20-30 схожу. Ничего, просто ушел с этого места, опять вернулся. И вижу, 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 вот она. Монетка. Это трюндель. Ранний СССР. Ух ты. 41-й год. 3 копейки. Вот так вот. Крутяк. Ух. Ладно, идем дальше. Ребята, посмотрите, как вывалилось опять. О, и опять пятак. И опять пятак. Согнутый. 50 какой-то год. 53-й. На, пятачок не ахти, но это пятачок. Это алюминиевая бронза. Вот такая вот прелесть. У нас монетка.
Одна. Ранний. Да. Десять копеек. Десять копеек. Тысяча 1957 год. Видно, наверное. Ладно. Это тоже монетка. Я вам дальше. Еще монетку нашел. 20 копеек. 45-й год. Ну, прекрасно. Прекрасно. Ищем потихонечку. Вот так вот. Серега рыбу ловит. Надоело ему копать. Говорит, он пошел со спиннингом. Говорит, три выхода щуки было. Одну отпустил маленькую. Ну, скрябаем, скрябаем. То нет, нет, то пошли монетки-то. 10 копеек рамочник. Рамочник мы и ищем. Какой там год? 54-й. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Упала монетка. Вот тут. 54-й год. Идем дальше. Есть, ребят. Вот 10 копеек поднял. Смотрю сигнал. Опа. А куда она выпала? Вон. Пятак. Пятак. 56-й год. Да какая разница? Это пятак. Ой, какая красота. Блин, вообще. Вообще шикарно. Посмотрите. Ой, вон какая монетка. Почистить вообще огонь будет. Рядом они две лежали. Ребята, не знаю. Тут опять в этой ямке. А вдруг что будет? Есть еще пятак. Серега, 10 копеек рамочники нашел после вот этой двадцатки. Рядом. И два пятака, прикинь, лежат возле 10 копейках. Ранние. 55-й. Искать, потому что надо. Смотрите, ребята. Ребята, еще монетка. Вот еще монетка. О! Алюминиевая бронза, 2 копейки. Сорокового года. Вот так вот. Серега нашел кольцо. Я, главное, прошел, да? Ага. Кольцо старое. Но это медное. Медное кольцо, к сожалению. Но посмотрите. Она сверху самопальная, наверное, но аккуратненько. Блин, поздравим его. Вообще лайкос. Молодец. Мы ушли с того места. Как бы там приехали рыбачки на квадроцикл. Ну, не хотим мешать, ничего. И вот решили. Тут очень много места с этими дубами. И Серега нашел. Лайк ему. Серега, лайк тебе. Идем дальше. Вот это находка. Как вам? Вот так вот. Прикольно. Он уже заплывший все. Ну капец. Вот такие вот вещи попадаются. Возьмем ради прикола. Ребята, смотрите, что Серега нашел. Смотрите, что нашел Серега. Это пятачело Катин.
Серега, третий твой выход с МД, и ты находишь пятак. Это, ребята, давайте поставим лайк. Какой год, это, конечно, неизвестно будет. Мы уже идем домой, но сейчас этот ролик, до того, как я покажу свои находки, я вот это вставлю, вот этот момент. Вы смотрите, сейчас будут мои находки, все, что мы сегодня нашли. И мы уже идем к машине. 20 метров до машины. И он такую вещь подымает. Поставьте Сереге вот такой жирный-жирный лайк. И напишите коммент. Ха-ха, третий выход с МД и пятак. Первый серебро кольцо, а третий пятак. Все. Так, ребят, обещал показать, сколько пробок я нарыл. Вот такое вот количество всяких разных. Ну, здесь, естественно, есть и пули. Ну, всякая хрень. Пробок очень много. Вот так вот. Ну и сейчас я вам покажу, сколько я монет нарыл. Все, ребят. Мы домой. Это мой хабар. Серега делиться хабаром не будет. Он сказал, нефиг. 20 штук. Опять 7 алюминиевой бронзы. Сегодня, правда, 4 пятака. Еще ранних советов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 и 7. 13. Ну и все остальное поздние советы. Плюс пуговица. Вот так вот мы погуляли.